Эта видеокамера записывает в формате высокой четкости. Здесь не только много пикселей, но и сама матрица очень большая. Вот, мы все тут сядем и снимем прекрасное видео. Все вместе, папа, мама, сын и Шварц, как святое семейство. Отец, иди к нам. Иди, иди сюда. Куда ты пошел? Я сейчас поснимаю и пойду по делам. Какие у тебя могут быть дела? Не пойму, я сейчас снимаю или нет? Красная кнопка. Диман, а ты здесь раньше-то был? Третья командировка. Вы что, меня преследуете? Нет, просто смотрю, что вы тут продаете. Если вы хотите что-то узнать про жизнь, то пришли туда, куда нужно. В прошлом покончено. Нет больше Томаса. Теперь меня зовут Хамза. Когда убиваю врагов, то чувствую радость, как и подобает истинному воину. Стреляй! Прости меня, папа. Я ошибся. Я очень жалею. Вообще не надо никого убивать, а уж тем более просто так. А собраться надо, да решить все по справедливости. Ведь что такое хорошо, что такое плохо, это каждому человеку в мире понятно.